это самая крутая программа о самом лучшем и самом солнечном городе Шымкент. Ну что, погнали? Мы направляемся к Ледовому дворцу. Вот это наши мужчины, храбрые защитники. Самый крупный и самый известный среди жителей нашего города фитнес-центр. Я вам предлагаю сейчас войти внутрь. Насколько качественно и полезно вы организовываете свое свободное время? Может быть, пора уделить внимание на более здоровый вид отдыха и превратить занятия спортом в развлечение? Ведь в Шымкенте очень много спортивных комплексов, где вы отлично проведете свои выходные, а главное, с пользой для здоровья. В сегодняшнем выпуске мы посетим самые известные спортивные комплексы среди жителей города. Здравствуйте, дорогие друзья! Это самая крутая программа о самом лучшем и самом солнечном городе Шымкент. И тема сегодняшнего выпуска – это спорт. А начнем мы с тенниса. Специально для этого я приехала в Международный теннисный центр. Ну что, погнали? Согласитесь, наблюдая за игрой Марии Шараповой, нам всегда хотелось почувствовать те самые эмоции и взять в руки ракетку с теннисным мячиком. А вы знали, что в Шымкенте есть Международный теннисный центр, и что здесь тренируются не только профессионалы, проводят соревнования, но и обучают любители абсолютно всех возрастов. В теннисном центре можно арендовать корт, ракетки, мячи, поиграть, провести время весело и с пользой. А для тех, кто намерен регулярно посещать тренировки, стать подтянутыми, здесь есть групповые занятия. 3 раза в неделю взрослые и дети занимаются по 1 часу. В стоимость тренировок входит услуги тренера и аренда корта.
Теннис-корт расположился прямо в центре города на территории парка имени Абая. Центр имеет крытые и открытые корты с покрытием хард и клей международного стандарта для игры в теннис для профессионалов и любителей, а также у посетителей в распоряжении многофункциональная площадка, мини-футбольное поле из искусственной травы, легкоатлетическая дорожка и мини-баскетбольное поле. Итак, друзья, с теннисом мы закончили, а теперь мы направляемся к Ледовому дворцу понаблюдать за одной из самых жестоких мужских видов спорта – хоккей. Итак, друзья, здесь, в Ледовом дворце, кроме тренировок по хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, также проводятся массовые катания с понедельника по субботу с 7 до 11 вечера. Ну а сейчас здесь проходит соревнование по хоккею. Ну что, пошли смотреть? Это уже не теннис, это намного жестче. Считается, что родиной фигурного катания является Голландия. Именно там в 13 и 14 веках появились первые железные коньки. Появление коньков нового типа дало мощный толчок развитию фигурного катания, которое в то время заключалось в умении вычерчивать на льду замысловатые фигуры и сохранять при этом красивую позу. Все обязательные фигуры были созданы в Великобритании, а объясняется это тем, что именно здесь возникли первые клубы конькобежцев в Эдинбурге в 1742 году. Тогда же были разработаны первые официальные правила соревнований. В 1882 году в городе Вена состоялось первое в Европе международное состязание. Венцы одержали убедительную победу. Самое первое издание правил по фигурному катанию, вышедшее в Англии, относится к 1772 году. Фигурное катание – это зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку. В официальных соревнованиях, как правило, разыгрываются 4 комплекта медалей – в женском одиночном катании, в мужском одиночном катании, в парном катании, а также в спортивных танцах на льду. Фигурное катание включено в программу зимних Олимпийских игр. Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love,
Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. Is changing. Please help me up. Don't shoot me down. My first second chance, but this is true romance. Help me up. Don't shoot me down. My first second chance, but this is true romance. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You better love me. Мусора инсанганна онжилдан вахт болды. Ледовый дворец работает уже более 10 лет, и молодежи очень нравятся массовые катания. Но, кажется, не все еще знают, что в нашем городе есть такой дворец. А те, кто знают, с удовольствием приходят и катаются. Это могут быть и студенты, и дети, и пожилые люди. Тем более, что сейчас зима, по вечерам здесь очень весело проводить время. По праздникам и выходным дням, в субботу и воскресенье, особенно вечером, количество посетителей увеличивается. Я учу детей вставать на коньки с нуля, и если это у ребенка хорошо получается, то в дальнейшем они записываются в нашу спортшколу. Я тренер по шорт-треку. Сейчас идет набор детей от 6 до 10 лет. 3 раза в неделю, по 2 часа, проводятся бесплатные занятия. Это зависит от самого ребенка. Обычно это недолго длится, максимум 2-3 занятия. Например, вчера мы с одним мальчиком покатались с пингвином 20 минут, а дальше он смог сам встать и начал кататься. Я думаю, если ребенок действительно умелый, то у него все получится. У меня есть 3 группы в спортшколе. И среди них есть кандидаты в мастера спорта. Скоро между 21 и 24 числами состоится чемпионат по шорт-треку. Мы вас приглашаем, приходите. Очень много наших учеников будут в нем участвовать. Мы возлагаем на них большие надежды. Так, друзья, мы в Ледовом дворце, и сейчас вы можете понаблюдать за захватывающей игрой двух команд: Туран, Шымкентский клуб, и против Караганды. Вот это наши мужчины, храбрые защитники. Хоккей справедливо называют игрой века. Он воплотил в себе самые яркие, самые волнующие и впечатляющие черты современного спорта. Страстность борьбы, вихревые скорости, мужество в силовом единоборстве, молниеносную смену игровых ситуаций. Он никогда не оставляет равнодушным, объединяя многочисленных своих поклонников, независимо от их возраста и интересов. Хоккей стал одним из символов современной жизни. Эта игра, отличающаяся быстротой, динамикой, темпераментом и драматизмом, полностью отвечает времени, в котором мы живем. Одна из причин большой популярности хоккея – это его способность давать зрителю быструю смену ситуации. Хоккейный болельщик может наслаждаться как индивидуальным мастерством игроков, так и тем, как реализуются различные замыслы в защите и нападении.
друзья, это следующий пункт, самый крупный и самый известный среди жителей нашего города фитнес-центр. Я вам предлагаю сейчас войти внутрь, все посмотреть, все обойти и узнать, почему же именно он настолько популярен среди жителей. Поехали! Royal Club Fitness and Spa – это самый крупный фитнес-клуб премиум-класса в Южно-Казахстанской области. Королевский интерьер и оснащение располагают как к тренировкам, так и к отдыху и релаксу. Клуб имеет в своем арсенале передовые технологии фитнес-индустрии, благодаря которым вы с легкостью достигнете любых поставленных целей. Тренажерный зал оснащен тренажерами от мировых лидеров фитнес-индустрии компаниями Life Fitness, Hammer Strength, Techno Gym и Hoist. К услугам членов клуба уникальная пилата-студия, залы классической и антигравити-йоги в гамаках, сквош-корт, игровой универсальный зал, роскошный бассейн с кристальной чистой водой и встроенной системой противотока, спа-зона с тремя видами саун, атмосфера роскоши, комфорта и семейного уюта. Занятия в бассейне – это легкий и безопасный способ всегда быть в форме. Занятия в бассейне имеют ряд преимуществ. В воде сила гравитации слабее, нагрузка на суставы и кости меньше, как и риск получить травму. Это важно учитывать пожилым людям и беременным, детям и тем, кто страдает избыточным весом, ослаблен физически. В то же время ничто так не развивает выносливость, как занятия на воде. Аквазона в клубе включает в себя две чаши. Большая спортивная чаша бассейна, длина которой 25 метров, 6 дорожек глубиной от 1,5 метров и более 2 метров. Здесь вы можете насладиться спортивным плаванием. Температура воды комфортна как для спортивного плавания, так и для гидромассажа. Детский бассейн также удобен для обучения детей плаванию, имеет как мелкую, так и глубокую зону. Вот и все, друзья, наш выпуск подошел к концу. Ну, а мы с вами не прощаемся, ведь впереди нас ждет еще много интересного. Ведите здоровый образ жизни, оставайтесь с нашей программой. До скорой встречи!